какое дело вам? Какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глаз. Душе противны вы, как громы, для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры печи, темницы, топоры. Довольно с вас, рабов безумных, не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Тогда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет. Тогда бы не мог и мир существовать, никто бы не стал заботиться о нуждах низкой жизни. На славу избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Не правда ли? Я нынче не здоров, мне что-то тяжело. Пойду засну, прощай же. И он убит, и взят в могилы, как тот поэт, неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспеты им с такой чудной силой. Сраженный, как и он, безжалостной рукой. Стихи на случай сохранились, я их имею. Вот они.